Под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко сегодня прошел совет директоров корпорации «Туризм.рф». И очень важно, что на нем была одобрена разработка мастер-плана, ключевого для Камчатского края туристического проекта, флагманского проекта «Три вулкана». «Три вулкана» — это зона между вулканами, которые ближе всего к Петропавловску находятся, Мутновский, Вилючинский и Горелый. Благодаря строительству инфраструктуры, дорога, водоснабжения, электричества будет возможность существенного привлечения инвестиций. Ключевым якорным проектом является инвестиционный проект с таким же названием «Три вулкана», который предполагает создание 1000 номеров, 30 километров горнолыжных трасс, видового подъемника на вершину Вилючинского вулкана, причала для круизных лайнеров и необходимой сети наземной инфраструктуры. Но я хочу подчеркнуть, что сама эта инфраструктура будет общедоступной. И якорный проект лишь первый, но за ним последуют еще десятки инвестиционных проектов меньшего масштаба, реализация которых будет возможность благодаря развитию инфраструктуры, о которой сегодня решение принято на совете директоров. Хочу подчеркнуть значение этого. С реализацией проекта «Три вулкана» туристы получат возможность ознакомиться с знаменитыми достопримечательностями Камчатки, с тем, что привлекает на Камчатке: вулканы, океан, термальные проявления, дикая природа в непосредственной близости к аэропорту и городу, без необходимости перелетов вертолетом или многодневных маршрутов на автомобиле. И это радикально изменит и количество туристов, которые сможет посетить визитные карточки Камчатки, снизит средний чек, а значит, сделает туризм более доступным и привлечет более широкие слои наших жителей из всех регионов России, а также, надеюсь, с окончанием пандемии, из зарубежных стран. Хочу поблагодарить за ту поддержку, которая сегодня оказана, и уверен, что благодаря той оркестровке деятельности федеральных органов исполнительной власти в срок удастся инфраструктуру построить, реализовать, и в ближайшие годы эта точка Камчатки станет ключевым магнитом для туризма.